2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. К 9 часам вечера советскими войсками было взято в плен более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. В этот день на улицах Берлина победители встретились с освобожденными французами, бельгийцами, американцами, поляками, норвежцами, англичанами. 2 мая 1764 года по приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. На протяжении полутора веков сироты получали начальное школьное образование. 2 мая 1902 года во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна. Снял его режиссер Жорж Мельес. Кстати, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом исчезла. Мая 1922 года Сергей Есенин взял в жены Айседору Дункан, которая является одной из основоположниц танца модерн. Ее встречали переполненные театры по всей Европе. За основу своего танца она взяла образцы древнегреческой пластики. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Айседора Дункан.